называемое драг-шоу для всех появляются по всей стране. Одно из них недавно проходило в Остине, Техас. Круто, что вы пришли сегодня. Спасибо за это. Вы такой классный. Вам понравилось? А что больше всего? Ничего. Я видела вас, ребята, перед началом с вашей мамой. А где же мама, Мелинда? Вы Мелинда, так? Еще раз, как вас зовут? Софи. Софи, нам нужно больше таких мам. Сколько тебе лет? 9. Тебе 9? О, господи, это так мило. Его мама здесь, с ним? Привет, ты так смотришь, ты голоден? Скажи, мама, мама. Да уж, кстати, если сомневались, что это для детей, то это буквально для детей. Вот еще видео с этого шоу. Я так стараюсь, что прямо задницу рву. Гляньте. Гляньте. Там уже все. И ГЛАД это поддерживает. Движение за права человека это поддерживает. Поддерживает, и еще как. Это происходит повсюду, как часть общего тура по всей стране под названием Drag Queen Рождество. 36 выступлений в 18 разных штатах. И вы знаете, что там творится, потому что мы не опираемся на ложь из NBC News и Washington Post, и потому что Тейлор Хэнсон, независимый журналист, сходил туда и получил эти кадры при помощи проекта «Техасская семья». Твиттер почти заблокировал Хэнсона за то, что он рассказывал правду о том, что происходит. Удивительно. Тейлор Хэнсон присоединяется к нам. Тейлор, спасибо огромное за то, что пришли. Но я думаю, ваше видео в целом отвечает на мои вопросы. Это было не для взрослых, это было для детей. Там были дети. В этом и суть, так? Да, вы абсолютно правы, Такер. Об этом говорилось уже во флаерах. Там буквально было написано «Для всех возрастов». Я не знаю, как вы, в смысле видео, которое я посмотрел, в нем не предполагалось, что оно приемлемо для всех возрастов. Ну, в смысле, пусть наша аудитория сама решит, для чего кому-либо намеренно привлекать к этому детей. И я хочу сказать, что если бы там не было детей, то мы бы не выпустили это в эфир, так как это не наше дело. Но мне кажется, там были дети. И почему, вы считаете, вам могли запретить говорить правду о том, что там творится? Да, довольно любопытно, что я был практически сразу же забанен после моего репортажа, попавшего в тренды. Но знаете, причина, по которой могли забанить, это потому, что у вас есть среди многих других такие фейк-репортеры, как Уилл Карлос из USA Today, которые выйдут и скажут, что там не было детей. В смысле, они это категорически отрицают, даже зная, что прямо на видео видно, что этих детей растлевают, это по-другому и не назовешь. Эти дети растлевались взрослыми. И издания, типа Today, лгут и говорят, что такого не происходит, когда на видео показано обратное. Для чего им это покрывать? Я думаю, что тут дело в нарративе. Я недавно услышал термин «драгфобия». Это стало появляться в моих тегах. Я думаю, если... Я точно не в курсе, что это значит, но если драгфобия, значит, что... Я против того, чтобы взрослый мужчина, одетый как женщина, специально сексуально танцует и совершает развратные действия перед детьми, то, знаете, можете точно считать меня драгфобом. Это уж точно. А где отцы? Почему никто не остановил? Потому что, еще раз, для ясности, делать это с детьми — преступление. И уж, конечно, преступление против морали, и я просто поражен, что люди позволяют этому происходить. Но, Тейлор Хэнсон, я рад, спасибо, что вы упомянули отцов, Такер. Да, пожалуйста. Там обычно в 99% случаев не бывает отцов. Большинство людей, которые приводят своих детей на это шоу, матери-одиночки, обычно с ожирением. Я не знаю, с чем это связано. И если людям это так же не понравилось, как и мне, когда я снимал это видео, они могут посетить сайт защититедетей.com, чтобы лично мне помочь. Тейлор Хэнсон, весьма признателен.